Балансир Акара изогнутой бананообразной формы изначально создавался для ловли окуня на сравнительно небольших глубинах. При длине 35 мм его вес 6 граммов. На резкой активной игре балансир отпрыгивает в сторону и вверх. Затем начинает пикировать носом вниз, разворачивается и быстро возвращается в точку старта. Игра очень резкая и повторяемая. Самое интересное, что как его ни дергай, балансир совершенно не захлестывается крючками за леску. Резкая игра предназначена для быстрого привлечения окуня к приманке. Обычно после нескольких резких взмахов нужно перейти на коротенькие подбросы. На такой игре приманка отпрыгивает в сторону, вздрагивает и возвращается к точке старта хвостом вперед. Такая игра изначально заложена производителем, чтобы предельно замедлить движение балансира на возврате. Приманка обладает двумя разными типами игры и позволяет успешно ловить как активного, так и пассивного окуня.